Я здесь состоялась как мать, как певица, актриса. Я объехала вот уже почти за 32 года буквально все уголки, города и районы республики. Тепло, которое я отдаю, всю душу свою. И когда люди тебе отвечают тем же самым теплом, улыбками, и когда говорят, что здесь холодно, это далеко от центра России, нет, мне кажется, что наша республика – это центр Вселенной. Здесь самые теплые, горячие и доброжелательный, гостеприимный народ. И я благодарна, что много лет назад республика приняла меня, и я плачу ей за это своей большой любовью, благодарной за то, что она высоко оценила мое творчество. И когда мне говорят: «Альфия, а ты что, не хочешь уехать в другую республику, в другой город?» Я говорю: «Не гоните меня из республики Коми. Я ее люблю, и она мне отвечает тем же самым».